Меня зовут Варлашова Алена. Я вместе с Артемом Горбенко участвую в этом конкурсе. Привет, меня зовут Горбенко Артем. Я из Пермского края, поселок Звездный. Город Березники знаменит на всю страну благодаря провалам, которые происходили в городе, расположенном над шахтными выработками. Далеко не все представляют, где это находится, какие имеет перспективы и насколько потрясающе выглядит. Город Березники находится на севере Пермского края. Каждому хотя бы раз в новостях попадалась заметка об этих краях, причем с контекстом. В Березниках образовался очередной провал. СМИ радуют нас этими новостями, регулярно начиная с 1986 года, заканчивая маем 2018. Первый провал образовался южнее города Березники в 1986 году. В том году в одной из старых выработок шахты появилась вода. Потребовалось несколько дней, чтобы выяснить, вода поступает сверху из нацелевого слоя грунтовых вод. Соль растворяется, и поэтому остановить затопление соляной шахты еще никому в мире не удавалось. Начался длительный процесс затопления соляной шахты. На месте аварии возник в 2007 году. В 2010 году в районе железнодорожного вокзала появилась вторая воронка. Сейчас мы продемонстрируем, как изменялись провалы в течение многих лет. В течение 10 лет в Березниках появилось еще 5 провалов, которые точно так же сопровождались обвалом грунта. Для того, чтобы предугадать, где именно будет происходить обвал,
можно использовать данные радиолокационных съемок поверхности. По изменению скоростей проседания поверхности можно предсказывать опасные зоны.